Президент Казахстана подписал указ о составе правительства. Весь кабинет министров сохранил свои рабочие места. Комментируя это решение, Нурсултан Назарбаев отметил, что он не видит необходимости кого-либо менять. Такое заявление глава государства сделал во время совещания в Акурде. Посвящено оно было созданию Национальной комиссии по модернизации. Основная цель ее работы – реализация 5 институциональных реформ. Я утверждаю комиссию, создаю эту комиссию об осуществлении 5 институциональных реформ. Возглавит комиссию премьер-министр Карим Масимов. Его заместителем будет Нурлан Нигматуллин, потому что надо обеспечить экономику, политику, все, чтобы вместе шло. Акимы поддерживали все. Первый пункт 5 реформ – это профессиональное правительство, государственная служба. Эту подгруппу возглавит Орынбаев Эрбол. Верховенство закона возглавит Донаков. Третий вопрос – экономика, бизнес и так далее. Душаев Эрболат. Вопросы единства, вопросы ассамблеи, Мангелеке. Политический участок возглавит Майлыбаев. И открытое правительство, дальнейшая демократизация и так далее. Пятый пункт. Возглавит Дариға Назарбаева. Заместителем его будет Бейсенбаев Аскар. Потом я говорил о том, что у нас будут иностранные консультанты, советники. Я предлагаю включить в комиссию Шигео Кацу, президент Назарбаев университета. Кроме этого, я сегодня же по представлению премьер-министра назначил всех членов правительства. Все они работали. Команда сплоченная, задачи справлялись. Я не вижу необходимости менять кого-либо. Состав правительства остается, продолжает работать, как работали.